Всем привет, ребята! Вы на канале Baby Go! Дениска, поздоровайся со своими друзьями! Привет, привет! И сегодня у нас орехи. Различные орехи, да? Мы будем пробовать их на вкус и разбираться, что у нас за виды орехов здесь расположены. Вот это у нас фундук. Это кедровые орешки. Это фисташки, миндаль и орешки кешью. Кешью. Не спеши. Друзья, как вы знаете, орехи очень питательны и полезны для мозговой деятельности. Но в орехах также есть некоторые проблемы. Денис, попробуй фундучок. Это вкусный орешек. Они очень аллергенны, поэтому осторожнее относитесь к тому, какие орешки можно есть, какие нет. Вот Дениске можно есть орешки, поэтому он у нас хватает все подряд. Если вы очень голодны, то пара орешков, в принципе, вас спасет. Ну и к тому же, как мы уже и сказали, это стимулирует работу головного мозга. Очень интересный орех кешью или анакорадиум западный, индийский орех. Данный вид ореха растет в Бразилии и культивируется в тропиках, поэтому в средней полосе его не найдешь. Зато у нас растут, например, кедровые орешки, вот эти, которые надо чистить, которые любят белочки. И их очень много в средней полосе России. Как вы заметили, у орехов разная форма, но в общем и целом они все обладают либо овальной, либо круглой формой. Единственное то, что мы сказали, что кешью интересный орех, у него форма загнутого овала, вот такая вот. И очень вкусные орехи. Миндаль совсем овальный, Дениска, да? Смотри, какой миндаль у нас интересный. Фисташки, они в скорлупке, и их очень легко щелкать. Идеально круглую форму имеет фундук. Дениска, попробуй фундук, посмотри. Какую форму фундук имеет? На что он похож? На мячик, на твой любимый? И кедровые орешки. У нас они тоже немножко овальной формы, но они намного меньше кешью. Вот это чищенный был кедровый орешек. И как вы видите, все орешки у нас разного размера. Есть побольше, есть поменьше. Самые маленькие – кедровые орешки. Самые большие – миндальные орехи. Динечка, давай выберем самые маленькие из этих орешков. Какие орешки самые маленькие? Мама уже чистила? Давай тебе подскажу. Какой орешек самый маленький? Покажи нашим друзьям-подписчикам. Возьми в ручку маленький орешек. Это большие орехи. А маленькие? Вот, правильно. Кедровые орешки самые маленькие. А самый большой? Миндальный орешек. На, Динечка, возьми миндальный орешек. Покажи всем нашим друзьям-подписчикам. Вот такой большой самый орех. Какие самые вкусные орешки тебе показались? А кешью, да? Ну вот, мы определились с Дениской. Самые большие орешки миндальные, самые маленькие кедровые. И для Дениски самые вкусные оказались орешки кешью. Фундук мы практически оставили нетронутым. И раскидали все фисташки. Вот такой вот у нас был небольшой познавательный урок по истории, видам и размерам орехов. А с вами был Baby Go. До новых встреч. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. Пока-пока, ребята!